сегодня у нас будет необычный, веселый, интересный вечер. Алина, что делать, если ты идешь и видела большой сугроб, прыгнула в него и не можешь вылезти? Давай, Алин, быстро, без прыжка. О, молодец, стой. Яни, вот это ты все делаешь. Веер, да! Я никогда не вру. А я вру. Скайпление, не, операция И. Алло, алло, Ларису Ивановну хочу. Вимино? И двери к нам забежал рыжий красивый кот. Мы сейчас все в поисках, не можем его найти. Сегодня у нас будет необычный, веселый, интересный вечер. Настоящий корпоративчик. Хорошо. Основная задача всех участвовать. Никто не отсиживается. И Настя тоже. Можно я платье торопить? И Настя тоже. Что такое? Что такое? А ты снимаешь, да? Да. А, все, кто-то держит, знаешь, что такое? Нормально там. В любом случае, уже хотите пить, правильно? Каждый хочет выпить, а потом участвовать. Ну и кушать начать. Да, смотрите, и кушать, и выпить. Первая игра. Мы сейчас берем все бокалы. Каждый должен сказать тост. Но что самое интересное? Тост мы будем говорить по алфавиту, по буквам. Значит, А, В, В, Г, Д, у кого попадает какая буква, тот и называет тост, начинается с этой буквы. А, Б, В, Г, Д мы убираем. А, Б, В, Г, Д мы убираем, начинаем тост. Кто первый начинает? Ты. Я. Давайте. После Д идет буковка Е. Значит, тост должен начинаться с буковки Е. Можно телефон включить? Не, не, не. Все, я не понимаю вообще. Все, я сейчас пойму. Все будет импровизация. Значит, Е. На украинской мове можно. Давайте на русском. Давай я перша. Е, давай ты. Хорошо. Єднаймось. Єднаймось, драйка. Дальше. Єдності. Нашому єдиному колективу. Отлично. Йо, хто Йо говорить на Йо? А питання? Ні. А откуда Йо береться дальше? Йожика з нами ні. І все ж, я хочу випити за всіх, хто з нами. Же, же. Без жопы, знаешь. Давай, Любочка, ты же. Я же? Да, ты же. Желание, чтобы в 2022 всех исполнилось. Да, она знала. И сейчас. И краткое, что? Юмора. Юмор. К. Каждому желаю здоровья, счастья, благополучия. На букву К все должно быть. Не-не-не, просто с К начинается, на К, да. Давай. А, да, начинается. А мне можно на Л, любви. Любви, а, ура! Я дождала самую красивую. Сейчас ваша задача разделиться на две команды. Давайте, выбираем капитанов. Давайте, так, Аня капитан, и второй... Капитан. Наташа, так, хорошо. Аня, выбирай себе игрока, начинай. Кума. Кума, подходь, Кума. Наташа. Настя. Настя. А не, без разницы. Ну, она же выбирает Настю, мы да. Мы команду выбираем, что мы поделились. Выбирай. Настя, дальше, Ань, выбирай. Лицом повернитесь только, да. Валя. Алина? Алина, все, девочки, становитесь. Одна команда здесь, другая здесь, чтобы могли, ну, хорошо заснять. Да ладно, все. Две команды. Вот сюда, девочки, ближе встаньте, пожалуйста. Наташа, Наташа, возьми команду рядом, встаньте здесь. Игра называется «Угадай». Угадай, кто я? Нет, нет. Мелодию. Угадай мелодию. Угадайте, кто мелодию будет играть. А там синие игроки, там Аня, там... Не факт. Сейчас выиграют. Когда ты угадал
сейчас мелодию, что мы делаем? Вы подходите, вы поднимаете руку, кто первый поднял руку, тот называет мелодию. При этом команда рядом не помогает. Конечно, что мы поможем. Готов. Кто побеждает, берет, вот там вот кружочек идет, красный берет, видите? Победителю я потом скажу, что будет. Готово? Трошки больше шампанского будет. Итак, первая мелодия. Готовы? Да. Да 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 да. Не, 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 слушайте дальше. Так, вы проиграли. Да 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 да. Да 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 да. Не, правильно ты сказал, я не ту песню сказал. Бери один балл. Я подумал другую пою. Кружочек один. Потом посчитаем, у кого больше. Один, а тот положи обратно. Итак, кто сейчас первый поднимает, тот и говорит. Хорошо? Да, 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 да. Руку подними, да. 1-1, пожалуйста. Кружочек возьми. Я специально буду немножко запутывать, так петь. Настя, можешь чуть-чуть поближе подвинуться? Третья песня. Та-ра-да-дан, та-ра-да-дан, та-ра-ра-да-ра-да. Это я. Да, я замедляю, делаю песни так, чтобы не были узнаваемы. А можно вы будете слова, а вы будете музыку? Два-один. Серко? Отдельно, без угадывания. Эту никто не угадает. 100%. Вы сейчас будете говорить, ой, я точно знаю, не знаю. Та-да-да-да, да-да-да-да-да, та-д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 а. Да 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 да. Правильно, ты бросил меня. Если руку не поднимаете, я не засчитываю. 2-1. Что там говорили, что вы не очень? А сколько у вас уже? Две. Ну ладно. Следующая песня. Да 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 да. Да, 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 да. Точно, солнышко небесное. Неправильно. Нет. Все. Как ваш вариант? Покажи. Я понял. Наташа перевела песню. Мое ты зиронька небесное. Солнышко. Какая, что звезды, что солнце рядом, да? Не-не-не-не, не считается, нет. Зиронька, боже, солнышко. Готовы дальше? Я бы посчитала. Та-да-да-да. Та дай хоть спеть нормально. Та-да-да. Вы эти часто поете, любой. Она ж поэтому и знает, да. Все, это тихо, кошмар. Как много лет. Хорошо, бери, ладно. Да. 2-2. Так и 3-2. Эту вы не угадаете, 100%. Давай, пока она еще любовь их взяла.
Та-та-та-та-та-та-та. А можно мы? Та-та-та-та-та. Юля, здесь красивая. Нет, давай дальше. Подожди, подожди. Ну, она угадала. Юля, здесь красивая, Юля Савичева. В фильме она была. Правильно, да. Высоко. Да, я каждый новый вечер. Правильно, засчитывается. Дальше. Та-да-да-та-да-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Девчонки, короткие. А, молодец, давай. Нам где же ваши ручки, ручки? Следующая, говорю. Выпив же. Тан-дан-дан-дан-да-да-да-дан-да-дан-да-дан. Солнышко в руках. Да, хорошо, берите бал. Конечно. Люба, ты не участвуешь. Не, я не шучу, потому что... Не-не, эту песню Люба с утра до вечера слышит, она сейчас сразу угадает. Не-не, подожди, эту песню нет, вас остальных да. Та-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Я вообще другую слышу. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. 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 Дан-да-ра-ра-ра. Дан-да-ра-ра-ра. Дан-да. Дан-да-ра-ра-ра. Дан-да-ра-ра-ра-ра. Да-ра-ра. Ра-ра-ра. Че, не угадали? Нет. А что? Спроси мое сердце, с кем хочешь. Я думал, вы еще сразу же угадаете. Ладно, следующее. Мы с Алой Любе сказали, Люба, молчи, мы поняли, что мы на кухне. Надо было помочь заново. Да-ран-дан, да-да-дан, да-ран-дан, да-ран-дан, да-ран-дан-дан, да-ра-да-ра-да-ра-дан. Одинокий голос. Да-ран-дан, да-ран-дан. Одинокий голос. Руку поднять надо. Так это что я сказала песню, правильно? Не, надо руку поднять. Одинокий голубь на карнизе за окном. Хорошо, берите фишку. Короче, у меня... Осталось 6 песен. Давайте. Да, да-ран-да-ра-да-да. Да. Думай, что ты ее слушаешь. Отвлекайся. Да-да-да, моя любитка кохана. Правильно, Пономарев, я люблю да. Только тебя. Я пойду. Сейчас я чувствую... Это просто наша песня, первая на свадьбе. Конечно, какие можно забыть. Да, не думал, что я не помню. Мои 70. Следующая. Это сейчас кто на скорость угадает, блин. Та-д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 а
чтобы ребенок нас... Как я тебе не застрелила? Да, очко вам, руку поднимаю. А моя рука поднимаю. Алина, я не поняла. Где твоя рука, да? Ты что, сегодняшняя или что? Тан-та-ра-ра-рам, та-ра-ра-рам. Я понимаю. Но не со мной. Дальше можно немножко? Можно, я возьму пойти. Не, подожди, подожди. Пойти немножко, пропой. Сейчас. Ну не со мной. А можно две ноты? Не-не-не, подожди. Уезжаешь сегодня, но не со мной. Отлично. Чай вдвоем. Ласковая моя. Нежная. Нечего прыгать, девчонка. Хорошо,
Так, слез. Закрыть. Готовы? Тан-дан-дан-да-да-да-да. Да-да-да-да. Даже если ты уйдешь, то пусть. Да, 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 правильно. Боже, как хорошо, что ты часто дома, потому что я не знаю. Та-дан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 . Подожди, если она не скажет, тогда. Аня, встань, не сбывай, встань. Сейчас вспоминаю. Тихо. Я знаю, сейчас, я знаю. Я знаю. А вы спеете, я не знаю. 5, 4, 3, 2, 3, все, у нас было, я. Сейчас, 10 секунд. Такой ученик прилежный. Опять я. Все, переход. Берите фишку. Ты отказала мне два раза. Отлично, берите. Девочки. И бонусом еще одну песню. Та-ра-дам-дам, да-ра-дам-дам, да-ра-дам-да-да-да-да-да-да-да-да. Что делать, если ты оказалась за запертыми дверьми? Выпрыгнуть в окно. Кричать. Лечь и спать. Ты пришла, и квартира, смотришь, что кто-то в ней сидит. Что ты будешь делать? Незнакомый человек. Познакомлюсь. Познакомишься? Да. А он не любитель знакомиться. Что ты будешь делать? А я все равно познакомлюсь. Как только ты начала знакомиться, он забежал в туалет и закрылся в ванную. У нас ключи свет. Что ты будешь делать? Что я буду делать? Я такое буду выбивать. Пусть сидит. Аня, что делать, если к тебе на улице пристает молодой человек? Красивый у него газовый баллончик. Если баллончика нет, убежать. Если ты не можешь бежать, надо бить. Если он красивый, я не буду сопротивляться. Если не умеешь драться, записаться на ДДН на курсы по кикбоксингу. Все. Все? Валя, что делать, если ты много выпила, а ноги не идут? Ползти! А если не тут сыра, то ползти! Ползти! Беги в море, беги! А мы уже позвонили, муж забрал. Мне ползти надо. Да, да, ползти. Каля, де пила, туди ползти. Допомагай дальше. А если ползти не можешь, что ты будешь делать? Спать. Алина, что делать, если ты идешь и увидела большой сугроб, прыгнула в него и не можешь вылезти? Кричалась! Ура, я прыгнула! Гэл, помогите! А кто так еще может, да? Да. Ну что, прыгать? Главное, чтобы... Я думал, ты сейчас... Дальше прыгать! Жду, пока растает. Алина прыгает, а тут ползает Валя, он ее попал. А если там сугробе Валя? Я говорю, ползала! Сидать на ней вверху и ползала! А мне найдет Наташа, яка забула закрыть квартиру. И думать, чи помогать, чи не помогать. А тут Аня умывает. А тут Аня с такой заболочкой. А ты что? А ты с воздухом озолочка распыливаешь этот снег. Я их вызволяю. И тут Люба с окна прыгает.
Настя, что делать, если ты в магазине отпускаешь клиента, он достает визитную карточку, ложит тебе в карман и говорит, позвони мне. Я отвечу, Настя покраснеет. Скажи хорошо, а потом когда вину... Хорошо, скажу хорошо, достаю карточку и выбрасываю. И поджопник ему даешь, да, иди отсюда. Выслеживай. Люда, что ты будешь делать, если клиент все время будет разговаривать и не давать тебе поговорить? Это кто, возможно? Масочка, я дам ему просто закусить. Во время я буду молчать, а я буду рядом. Следующая игра называется «Летящая походка». Надо ее поставить. Мне нужен один всего лишь персонаж. Кто будет? А кто самый длиннейший ног? Кто самый смелый? А кто самый длиннейший ног? Алина. Давай, прошу. Так, ты да, прошу. Давай, Алина. Нормально, классная игра. Ты будешь потом это. Алина, давай. Алина. 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 Смотрите. Алина. Ей нужно помочь. Нужно сейчас с ней пройти, взять хомут, закрыть глаза максимально, чтобы она не видела. Пойдем. Да, пойдем. Аня, поможешь? Один игрок, да. Другой помогает. Сейчас. Где? У тебя задача с завязанными глазами дойти до стола. Тебе все будут помогать, подсказывать, чтобы ты ни на бутылку, ни на кроссовок не наступила. Твоя задача идеально пройти. Хорошо? Все игроки будут подсказывать. Ты не говори. Я тоже так подумала. Хорошо? Все. Поворачивайся. Теперь медленно поворачивайся, внимательно слушай команды. Настя, иди сюда. Только осторожно, главное, не спеши. Подожди, не спеши. Осторожно. Тихо. Левее чуть-чуть, левее. Достань ты, подожди, остановись, куда ты идешь? Вправо, Алина, вправо. Куда ты идешь? По сторонам эти, у нас разложение. Алинка, тихо налево. Танцор диско. Алина, подожди, Алина, подожди. Ты сейчас же прям в ведро вступишь, аккуратно. Левую ногу до правой. Только потихоньку. Да выше, 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 поднимай. Алина. О, молодец. Повертайся сюда до нас, иди на голову. Повертайся на голову. На голову. Все, дальше. Все, все, стой. Ой, теперь аккуратно левой ногой. Давай делаешь руки шаг сюда, на мене. Ты чуешь, я разговариваю? Давай левой ногой широкий шаг. А я не такая, ты же на сама левую ногу давай, Алин, быстро. Без прыжка. О, молодец. Стой, стой, я тут двери почти уже. Стой, Алин, а теперь правую ногу сюда опять на мене, на голос. Посмотри, как ты прошла дистанцию. Посмотри, какая ты умничка. Просто все идеально. Посмотри. Начинаем с Ани. Сани нет. Фрукты? Нет. Хлеб? Нет. Выпечка? Нет больше. Нет. 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 Это выпечка. Но ты любишь. Почти что не подсказала. Да! Молодец! Простите, не подсказала. Да! Это в доме? Да. Кресло? Нет. Это мебель? У каждого ребенка. У каждого ребенка. Игрушка? Нет. Какой-то игрушка. Игрушка, да? Игрушка на игрушке. Это надо много человек для этого чего-то? Нет. Один? Хотя да. Это кровать? Нет. Заблуждение. Ничего.
И как? Накопилка? Да! Честно, Транспорт. Небо. Самолет. Нет. Вертолет. Нет. Этот воздушный шар. Да. Большой воздушный шар. А ты пошли. Самолет. Нет. Мыло. Нет. Унитаз. Подожди, камера. Это ассоциация, что Дейка животное, кабан, волк, лисица. Водный. Да. Катер. Нет. Квадроцикл. Нет. Проще, самый простой. Любовь богов. Нет. Колесо остров. Давай, дальше. Водный транспорт. Самый простой. Подводная лодка. Ну, вдвоем. На лодке. Лодка, да. Маленькая. По-разному бывает. Маленький, большой, на нем сидят. Нет. Ним пользуются. Коврик, что ли? Подушка. Нет. Матрас. Нет. Кучу тисисты. Ну, правильно. Ну, иначе, воды чуть-чуть того, мы не можем сесть и туда. Я чуть не могу. Я могу и там посидеть. Ведро, что ли? А? Ведро? Нет. Нет. Что, унитаз? Я тоже считаю. Значит, я нормально. Я унитаз нормально. А больше сидят мальчики или девочки? Что нам? Морозно. Диван, хорошо. У меня нема. Тумбочка. О, да. Тумба, да, правильно. Молодец. Молодец. Да, но есть дома у тебя. Игра? Игра точно есть. Мой ребенок, это персиатр? Да. Да, да, да. Наташа, это с той же семьей. Кровати, шо? Нет. Кровать? Нет. Диван? Нет. Тумбочка, комод, шифонер? Нет. А что, мы на ще є? А це ж не на кухні? Нет. Може бути на полочка? Нет. Шкафчик? Нет. Табуретка? Нет, да. Туалетом связано. Туалетом связано? А мне кажут, что нет. Одинаково почти. Унитаж и табуретка. Ассоциация. Чтоб систы? Да. Ну, штука, табуретка, кресло. А я тоже на унитаз. На кресло. Это эмоция. Мне подсказал. Была хорошая эмоция. Вон и думали. Ну да. А, это профессия какая-то? Нет. Актер? В интернете тоже можно показать это. Нужно поставить, а он не отобразится. Это очень. Смайлик. Да. Овощ, это да. Те, що можна їсти. Ну, посадяться, вибивається і все це овочі. Це може бути костюм. В лісу собирають його. Та ну все. І ти ж часто спрашуєш, вам надо? Ви зараз спрашуєте, вам надо його задовільнити? Це твоя Яся їй нравиться. Так. Це жінка штучка. Парик. Нет. Волос. Нет. Ну вот. Обруч. Нет. Заколка. Нет. Это очень жарко. Она становилась по девочкой прям. Дворяне. Вот это все дела. Веер. Да. Предмет. Да. Туристів. Туристи. А коли ви вчилися на в педагогічному, ви теж дітей вчили не пользуватися. Чому? Карабін. Ні, ні. О, зараз узнаємо. Чому? В школі нас вчили не пользуватися. Рубана. А чому? Турист рубанком ходить. Дерев'я пока. Може я ж? Компас. Звезда. Ні. Це далі небо. Далі небо. Планета? Нет. Ну, близко. Марс? Нет.
искусственно. Спутник. Да, мама. Девочки, следующая игра называется «Я никогда не». Значит, что мы делаем? Начинаем с Насти. Ты говоришь, я никогда не сделаю или не я что-то. Настя, ой, с Наташей давай. Сразу не так, потом. Никогда не предам друга. Я никогда не прыгну в душу. Подожди. А я прыгну, а я дура, а я прыгну. Я никогда не вру. А я вру. Дальше, да? Дальше я кто? Я никогда не откажу помощь. О. Я не... Настя? А я никогда не скажу, что не буду пить. Я никогда не прыгну с парашютом. Я никогда не перестану кушать суши. Значит, здесь на столе находятся конфеты очень вкусные. Вы подходите, берете по одной конфете, кладете себе в рот. Задача не съесть его. Положили конфету в рот и сказали, ты, Вале, говоришь, это толстощеки губошлеп. И вот так каждый раз добавляйте конфету, и победит тот... Это надо Людку. Люда, ты любишь. А я фреткаюсь сразу. И победит тот, кто с максимальным количеством конфет скажет, что плюется, да? Толстощеки губошлеп. Давай, я пошла. Мы это уже идите дальше, можно начинать с двух сразу. Три, давай. И лучше нагнуть, а то плавно не открывай. Не смещут, потому что... А до тёлку возьму. Тихо, 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 девочки, ты смеяться, ну его. Толстощёкий губошлёп. Валя. Пока не смолчи. Валюш, помельче, говори, Валюш, помельче. Там орех внутри. Там орех, кстати. Толстощёкий. Толстощёкий. Толкощёкий. Кома. Вообще. А я уже съела. Валь, две. Валя, была задача на есть. Честно, я хочу в свою игру играть. Конфеты вкусные такие. Конечно. А ты ж сказала, никого не съесть. О, снимаю. Толстощёкий губошлёп. А вы бачили, Валі щёчки більше. А Ані подивіться зараз. Толстощёкий губошлёп. Я думаю, вони більш конфліктів не їсти. Аня, так точно. Толстощёкий губошлёп. Во все трубы. Тихо-тихо, всё-всё-всё. Увеличение губ идёт без уголовкалывания. Тихо-тихо, Ань, посредоточься, Ань. У мамы что-то видели. Толстощёкий губошлёп. Ань, це ты ещё. Ань, це ты ещё. Толстощёкий губошлёп. Я вам кажу. Може, ти чоки потягнути? Валя, ти там їх не їси, є в тебе щось нічого не росте. Хорошо, що менші конфети, а що ми робилися більше були? Та за такий уже. Ані, у нас є певний перемоги. Ой, боже. Дивіться, у Валі ніфіга, Валя, скільки їх уже бере. А Валя, їх трошки більше, ти ж бачиш, вона ще це запас, бо за щоки їх бачили. Це і зміється. Він це не бачив, Аня. Де за щоки їх бачили. Правильно, наші не здаються. Я не дивлюся. Все, хорошо. Домой на вечерню, день рождения, ты не бачила. Девочки, следующая игра, значит, как будет происходить?
Я называю фразы из советских фильмов, которые чаще всего встречались. Ваша задача угадать, с какого это фильма. Детям мороженое, бабе цветы. Да. Миллион два рука. Там надо выиграть. Хорошо. По одному баллу. Отлично, можно было иные это. Браво. Девочки, следующий раз. Девочки. Люба, кричите, я поднимаю. Держите. Следующее. Смотри, как быстро начали. Все фильмы смотрят. Дальше. Внимательно, сейчас на скорость будем. Не виновата ли я? Бриллиантовая рука. Правильно. Алина подняла, ты сказала. Подождите, это что, блин, это... Ну да. Правильно, бриллиантовая рука. Хорошо, что она успела сказать. Спасибо. Следующее. У нас же этот расстегнулся. И она кричит. Не виновата ли я? Отстань, прошу. Я когда ее вижу, у меня прям ноги подкашиваются. Бриллиантовая рука. А ты не стой, ты сядь. Кавказская пленница. Неправильно. Бриллиантовая рука. Я когда вижу, у меня ноги подкашиваются. А ты не стой, ты сядь. 12 стульев. Терминатор 3. С легким паром. Нет, все, служебный роман. А когда? Следующий. Там, да, там есть. Казань брал, Астрахань брал. Иван Васильевич меняет профессию. Да, хорошо. Поете вы действительно здорово, а вот готовить вы не умеете. Можно мы? Ирония судьбы или с легким паром. Короче, дальше я ничего скажу. А можно я скажу? А что не Серега? Это ваша дорогая рыба. Можно я скажу? Да? Людка, а Людка? Хорошо. А с какого фильма? Можно мы ответим? Побегом. Молодцы. Просто фраза из фильма. А как ты там дальше кажешь? Какая такая любовь, а она кажет... Нет. Следующая фраза. Будьте добры, помедленнее, я дописываю. Операция Эй. Кавказская пленница. Нет. Операция Эй. Правильно. Кавказская пленница. Короче. Хорошо, я поняла. Следующий молодец. Сейчас я не поняла, надо придумать фильмы. Надо, Федя, надо. Кавказская пленница. Нет, операция Эй. Правильно, да. Там ковер классный был. А ты запомнила? Да. Это не угадайте, она сейчас. И что я тебя такой влюбленный, а? Свадьба из Малиновки. Да что такое? Свадьба из Малиновки. Да у нас руку пиняла. Она не пиняла, у нас там пиняла. А она за тебя. А что ты кричишь? Помогла тебе, напарник твой, нормальный. Ну да, спасибо. Да. Далеко не отошли. Да. А в тандеме я вижу. Спасибо, я пешком поставил. Можно мы? Операция Эй. Кавказская пленница. Правильно. У вас все варианты, кавказская пленница, либо операция Эй. А вот это коронная фраза. Мне бы такую работу, чтобы поменьше работать. Операция Эй. Мне бы такую работу, чтобы поменьше работать. Кавказская пленница. Нет, операция Эй. Там, ну ты же Шпедя. Любовь и голуби. Служебный роман. Нет? Мне бы такую работу, чтобы поменьше работать. Иван Царевич меняет профессию? Нет. Ото, Іван Грозний там, де, який це фільм? Свадьба Малиновки. А це я тебе такой влюблённый. Да, да. Люда, алло, Люда. Алло, Ларису Ивановну хочу. Кавказская пленница. Мимино? Да, Мимино. Там просто компания сыграет. Знаете, в чём интерес? Я даже некоторых названий фильмов не знаю, не то, что фильмов. Вот это решено на сумме посмотреть. Имею желание купить дом, но не имею возможности. Это вы можно? Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы но наши желания пленница. Всегда совпадали с нашими. Можно Аня хоть раз ответить? Люк, спасибо, что ты за Аню руку поднимала. Команда. Бригада. Понимаю, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим. Я понял, держите раз. Держить два, тут без варианта. Давайте же выпьем. Или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет прокурор. Кавказская пленница. Я просто знаю
знаю наизусть этот фильм. Аня, ты что, нет? Какая гадость это ваша заминалия? Можно мне с Иваном? Иван Васильевич меняет профессию. Нет. Ирония судьбы. Хорошо. А что ты ей дала? Я только что ее приказала, что какая... Это Верочка. А клад у нее секретарский. Можно Ирония судьбы? Что за гонит? На С там есть фраза была С. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Все, молодцы. Дорогие наши девочки. Желаем в новом году любви, семейного счастья, благополучия, терпения, трудолюбия, хорошего настроения, везения. Здоровья, удачи, благополучия на работе, в семье, интересных встреч, новых знакомств, море позитивных эмоций. Ура! Прекраснейший конфет. Почему они прекрасные и необычные? Потому что здесь, в каждой коробке, есть сюрприз. Сюрприз вы сможете открыть только дома. Пообещайте, что сейчас... Дома сегодня, конечно, пообещаем. Вы приходите домой, открываете, видите, что... Мы вас очень сильно ценим, очень сильно любим. Вы большие молодцы. Наташа, с наступающим Новым годом. А почему любила, чтобы вы... Спасибо. Мы уже открыты, можно я взял? Нет, не взял. А что там, вылочка знает? Хорошо. Это тебе. Настя. Спасибо. Спасибо. С новым наступающим годом! Ура! Мы тоже ее выставили. Это корпоративный закон. Двери к нам забежал рыжий красивый кот. Мы сейчас все в поисках, не можем его найти. Прошло уже минут 5. Он запрятался конкретно. Нужно было залезть и сидеть вообще молча. Опа, стреляй на кота! Красавчик, ну заставим нас тут рачки вазить. Він на Сашу, хороший висить. Котяк, красавчик.